Цветы, значки и партбилеты вручили в Одинцовском офисе местного отделения партии «Единая Россия» семерым новобранцам. Это известные в округе люди из числа бывших активных сторонников партии. Это достойные люди, которые каждый работает во имя, во-первых, нашего округа, такого большого, одного из самых больших в Московской области, на благо Московской области, а значит нашей России. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Поздравить новых членов партии вместе с Ларисой Лазутиной пришли муниципальные депутаты «Единороссы». А новички-партийцы рассказали о своем выборе. Я уверен, что «Единая Россия» – это именно та партия, которая сможет улучшить жизнь жителей страны. В свою очередь, я готов принимать участие в проектах партии «Единая Россия» и вносить свой вклад в улучшение жизни Одинцовского округа. Если есть возможность сделать больше, чем ты делаешь, если есть возможность улучшить еще больше то положение, в котором находится достаточное количество людей, если есть возможность реализовать задуманное на развитие, на улучшение и материального, и духовного состояния малой родины и большой родины, то, конечно, ответственный гражданин всегда воспользуется этой возможностью. Как отметил руководитель фракции в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев, в местном отделении партии лежат еще около 50 партбилетов. В ближайшее время их обязательно вручат новым партийцам. Кроме того, приходят и новые сторонники, кандидатуры которых единороссы обсудят коллегиально и примут решение по каждой из них. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».